привычный круг. Увидел, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал, этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова. Снова забудет меня. Вечный любовник и вечный злодей, сердцеед. Но соблазнят не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один, Казанова. День и ночь, день и ночь, круговая страсть. Новый круг, новых слез, роковая власть. Этот вздох, эту дрожь я хочу украсть. Казанова. Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова. Снова забудет меня танец ночного огня. Вечный любовник и вечный злодей, сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один, Казанова. Александра, спасибо за танец. Ну что вы, Телек, что я вы? Пыталась, но не смогла. Обращайтесь. Извини. На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей. Ты обнимал ее, целовал. И обо мне ты не вспоминал. Как ты могла, подруга моя, ближе тебя, ведь нет у меня. Жюри выплясывал, как будто это день рождения братца Кролика. Мне на секунду показалось, что Валерий Леонтьев мог, в принципе, принимать участие в нашей программе. Да, да. Хорош. Настолько были точно, вот как-то некоторые нотки сняты там. Просто мы ждали, когда заяц сорвет с себя этот смокинг, а там сетка из-под нее вот так торчит. Нет, но он не делал вот так. Вот так он не делал. Вот так, в рыбацкой сети. Вот так вот, и ноги широко. Сеточка есть, потом покажу. Вообще, Вадим Павлович, мне кажется, когда кролик поет песню «Казанова», это как-то символично. Ну, это примерно одно и то же. Более того, Казанова здесь на сцене и Казанова в жюри. А можно попросить Дима выйти сюда, чтобы вот... Что, ты хочешь устроить батл между нами тремя за трех дам? Казанова живой, Казанова виртуальный. Да. Аплодисменты. Я загадаю желание между двумя Казановами, чтобы у меня все нормально было, как говорится, да? Поверь мне, у тебя будет только хуже. Давай, Димка, давай!
Мы не определили условия конкурса. Я предлагаю провести батл между Казановыми. А послушайте условия конкурса. Давай, я уже... Разминка прошла успешно. А у нас свадьба. Разминка прошла успешно. Танцы мы видели много. Конкурс не в этом. Я хочу услышать какое-нибудь любовное стихотворение. Прошу. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Dices, ya no puedo verte. Porque Dios me hizo quererte. Кто смотрел «Гарри Поттер» на итальянском, поймет. Да. Говорят по-испански. Дима, прошу. Пользуясь случаем, хочу что-то из раннего своего исполнить. Давайте. Почти мое, но сейчас. Такая небольшая серенада. Давай. А муха тоже вертолет, пам-парам-пам, но без коробки передач, пам-парам-пам. А по стене ползет пельмень, пам-парам-пам, и все коленки в огурцах, пам-парам-пам. Он деревянный, как кирпич, пам-парам, и волосатый, как трамвай. А эта песня про любовь, и ты ее не забывай. Шикарно. Друзья мои, я думаю, что примерно одинаково. Примерно. Кто вам понравился больше? Оба. Оба! Да? Оба, на! Тогда обоим и аплодисменты. Спасибо, Дима, спасибо. А у меня вопрос. Все, зайка. Да, скажите, а вот вы по жизни Казанова, ака Бабник, или вы однолюб и мужчина-заяц порядочный? Какие каверзные у вас, Юлиана, вопросы. Ну, а когда-то, что? Когда-то я страна был... Страна хочет знать. Когда-то я был Казановой, но теперь судьба распорядилась, судьба и возраст распорядились так, что... Я не могу себе этого позволить. Я сейчас наслаждаюсь уютом и тишиной. Мне чисто проверить одну гипотезу. Ну-ка. Чисто проверить. У вас есть пара или вы не пара? Будет ли у нас шоу в проекте или не будет? Есть зайчиха? Конечно, у меня есть пара. То есть вы не пара? Нет, конечно, нет. Значит, шоу в нашем проекте не будет. Ну, вообще, в меня сейчас попала твоя версия, ты знаешь? Александр Шоуа. А вот к чему подводил Дима. Очень специфический такой тембр, да, и вот манера исполнения, которую очень трудно спрятать, даже обрабатывая голос. Почему-то мне очень напомнило. Я сейчас так посмотрела на все номера назад. Вот такая версия, я тебя поддержу. А что это такая за функция у вас в голове, Александр, что вы все номера назад можете посмотреть? Ну, я их перематываю. Ну, а я слышу звук все время какой-то идет. Оставайтесь в ваших догадках, Зая. Я желаю и дальше... Шагать, ну, в данном случае скакать по нашему проекту. Ага. Да, на всю катушку. Великолепный, хитренький Зая. Спасибо, Зая. Муа.